Растет не по дням, а по часам. Эта фраза из знаменитого произведения Пушкина точно описывает поселок Зачаганск. Здесь возведены десятки домов, которые уже сданы в эксплуатацию, отчего население стало гораздо больше. Квартиры в этих домах получают очередники, вкладчики Жилстройсбербанка, дети-сироты, многодетные и другие. То, что микрорайон увеличился, заметил и депутат Канат Мусин. Говорит, еще 14 лет назад все было по-другому. Видимо, реальное воплощение, реализацию жилищной политики, которую государство сейчас проводит. Видите, применяются самые передовые технологии, на первый взгляд, огромные дома возводятся в очень короткий срок, при этом обеспечиваются и комфортные условия проживания для будущих жильцов, поскольку сами панели производятся по такой технологии, что они уже утепленные и дополнительной работы не требуют. И сами квартиры достаточно просторные, очень удобные. Эти дома сдают с чистовой отделкой. Совсем скоро сюда смогут заехать люди. Осталось совсем немного. Подвести инженерные коммуникации. Конкурсные процедуры начали. Сейчас будем их строить. Ну, подрядчики опять-таки построят. Но на следующий день мы за счет финансирования, софинансирования мы будем строить. На следующий год нам республиканские средства потребуют, чтобы завершить на 2020 год, на начало. Для многодетных матерей дома начали строить? Для многодетных в районах, сельских населенных пунктах. И вот сзади нас стоит 41-е пятно. Здесь будет 70 квартир выдаваться многодетным матерям. В целом по области ведется строительство 17 многоквартирных жилых домов. Еще 119 домов в селах. Также стоит отметить, что в конце июня начался прием заявок на участие в государственной программе «Нурлы жер». Стоимость одного квадратного метра жилья составляет 140 тысяч тенге. Эта программа действует с 2017 года и показала свою результативность. Благодаря «Нурлы жер» сотни людей теперь имеют собственную крышу над головой. Олег Великий, Мирбулат Джапаров, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.